Здравствуйте, сегодня у нас складной нож от компании Kersho под названием Метод, и корпус которого выполнен полностью из стеклотекстолита, он же под названием G10, имеет абортивный плавничок, с помощью которого легко превращается в разложенное состояние. Сталь 8 хром 13 молибден ванадий, Анса дизайн. Спуски от 2/3 клинка линзовидные, линзовидного типа. Замок лайнер лок, надежный, проверенный. Бэкспейсер на 1/2 корпуса и образует достаточно просторное темлячное отверстие. Нож в структуре механизма. Шариковые подшипники, поэтому легко извлекается. Ну, на мой взгляд, вот плавничок, если был бы немножко побольше, было бы удобнее, потому что необходимо прилагать какое-то усилие в силу того, что он лично для меня немножко маловат. Made in China. Черное покрытие клинка. Black Oxide или Black Wash по ТТХ. Вес 63 грамма всего, но это, понятное дело, за счет G10, он намного легче обычного текстолита. Общая длина 184 миллиметра, в сложном состоянии 10,8 сантиметров, и длина клинка 7,6. Это такая невесомая, аккуратная, легкая модель от компании Kersho.